Om namo bhagavate vasudevaya. 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 We are reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 7, entitled Drona's Son Punished, text number 36. Читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 7, наказание сына Дроны, 36 текст. Матам. Матам. Праматам. Праматам. Унматам. Унматам. Суптам. Суптам. Балам. Балам. Стриям. Стриям. Джадам. Джадам. Прапанам. Прапанам. Вирадхам. Вирадхам. Битам. Битам. Нарупам. Нарипум. Ханти дарма вит. Ханти дарма вит. Матам прамат. Матам праматам унматам. Матам праматам унматам. Суптам балам стриям джагам. Суптам балам стриям джадам. Прапанам виратам битам. Прапанам виратам битам. Нарипум ханти дармавит. Нарипум ханти дармавит. Матам праматам
Unmatam. Matam pramatam unmatam. Suptam balam striyam jagam. Suptam balam striyam jadam. Prapanam viratham bitam. Prapanam viratham bitam. Naripum hanti dharma ved. Нарипум ханти дармавит. Матам праматам унматам. Матам праматам унматам. Суптам балам стриям джагам. Суптам балам стриям джадам. Прапанам виратам битам. Прапанам виратам битам. Нарупам ханти дармавит. Нарипум ханти дармавит. Матам праматам унматам. Матам праматам унматам. Суптам балам стриям джадам. Суптам балам стриям джадам. Прапаннам виратхам битам. Прапаннам виратхам битам. Нарипум ханти дармавит. Нарипум ханти дармавит. Матам праматам унматам. Матам праматам унматам. Суптам балам стриям джадам. Суптам балам стриям джадам. Прапаннам виратхам битам. Нарипум ханти дармавит. Нарипум ханти дармавит. Матам. Матам. Беззащитного. Беззащитного. Праматам. Праматам. Пьяного. Унматам. Унматам. Безумного. Безумного. Суптам. Суптам. Спящего. Спящего. Балам. Балам. Ребенка. Ребенка. Стриям. Стриям. Женщину. Женщину. Джагам. Джадам. Глупого. Глупого. Прапанам. Прапанам. Сдавшегося. Сдавшегося. Виратхам. Sorry. Go ahead. Виратхам, потерявшего колесницу. Битам. Битам. Напуганного. Напуганного. На. На. Не. Рипум. Рипум. Врага. Ханти. Ханти. Убьет. Дармавит. Дармавит. Тот, кто знает принцип религии. Тот, кто знает принцип религии. Okay, translation. Тот, кому известны принципы религии, не убьет врага, застигнутого врасплох, пьяного, безумного, спящего, испуганного или лишившегося своей колесницы. Он не убьет ребенка, женщину, глупого или сдавшегося на его милость. Комментарий Шрила Прабхупады. Воин, знающий религиозные принципы, никогда не убивает врага, который не оказывает ему сопротивления. В прежние времена битвы велись в соответствии с принципами религии, а не ради удовлетворения чувств. Нельзя было убивать опьяненного или спящего врага и так далее, как перечислено выше. Таковы некоторые из законов войны, ведущиеся в соответствии с религиозными принципами. Раньше воины никогда не объявлялись по прихоти эгоистичных политических лидеров. Они велись в соответствии с принципами религии, которые свободны от недостатков. Насилие, совершаемое в соответствии с принципами религии, намного выше так называемого ненасилия. Ом агьяна тимарандасья гьянанджана шалакая акасурам миритамена тасмай шри гураве намаха ванчакаупатарубьяшча крипасинтубьевача патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. We're hearing Lord Krishna speak to Arjuna.
Итак, мы слышим о том, как Кришна говорит Арджуне. Arjuna had arrested the son of Дроначарья. Арджуна схватил в плен сына Дроначарьи. Дроначарья's son had killed the five sons of Draupadi. Который убил пятерых сыновей Драупади. But he had killed them unfairly. He had come in the dead of night when they were sleeping and killed them. Но он убил их очень подло. Он пришел ночью, когда они спали, и убил их. So it was a very cowardly act on the part of the son of Drona. Это был очень трусливый поступок со стороны сына Дроны. But Drona was a teacher of Arjuna, and in fact he was a teacher of the Pandavas as well as the sons of Dhritarashtra. Но Дроначарья был учителем Арджуны, а также остальных пандавов, а также и всех сыновей Дритараштры. And Drona was a brahmana. И Дрона был браманом. So in the Vedic culture, the brahmanas are always given great honor and respect. И в ведической культуре брахманов всегда почитали, уважали и выказывали всяческое почтение. And Ashwatthama, the son of Dronacharya, was because his father was a brahmana, he was also respected as the son of a brahmana. И поскольку Ашватхама был сыном брахмана Дроначарьи, ему также оказывали почтение и уважение как сыну брахмана. And now it is expected that the sons will have the qualities of the father. Поскольку ожидается, что сын наследует качество отца. But we see in this particular case that the son of Drona had acted in a very disgraceful way. Но в этом конкретном случае мы видим, что сын Дроначарьи поступил очень непристойно. That the son of Dronacharya had proved himself to be an unqualified son. И таким образом сын Дроначарьи выставил себя как очень неквалифицированным сыном своего отца. He had brought disgrace onto his father. Он как бы не добавил славы своему отцу. So Arjuna had captured the son of Drona. The son of Drona had run away after killing the sons of Draupadi. Arjuna chased after him and captured him. Так он опорочил имя своего отца, и убив детей Драупади, он стал убегать. И Арджуна поймал его. And he brought him back for punishment. И вернул его назад для наказания. And it was expected that particularly Draupadi, the mother of the five sons, would want to see this boy punished, this man punished. И в особенности ожидалось, что Драупади, мать всех убитых сыновей, будет заинтересована в наказании этого убийцы. You could imagine the position of Draupadi, that she had five sons, one by each of the five Pandavas, and they were all killed in the one night. Можете представить ситуацию, состояние Драупади. У нее было пять сыновей, по сыну от каждого мужа Пандава, и в одну ночь они все были убиты. Now Draupadi is a very powerful woman. She has a sometimes she could get very very angry or feel very bitter towards people. Драупади вообще была очень такой могущественной женщиной. Она иногда очень гневалась на людей и могла проявлять такую силу по отношению к людям. When Draupadi was insulted, when her husband took part in a gambling match, Draupadi was insulted. Однажды Драупади оскорбили, унизили, когда ее мужья проиграли в кости. Her hair was untied. И ее волосы были распущены. Another man, not her, one of her husbands, another man untied her hair. Один мужчина, не ее муж, он распустил ее волосы. And
this is a very disgraceful act. No, a woman likes to keep her hair tied up before, in the front, in the presence of other men. И для женщины это очень унизительно. А обычно женщины в присутствии других мужчин свои волосы скручивают. So Draupadi was so upset that this man had untied her hair, that she vowed that she would not tie her hair again until she got the blood from that man to wash her hair. И из-за этого Драупади очень оскорбилась, что это сделал какой-то другой мужчина, и она приняла такой обет, что она не снова не как не закрутит свои волосы, не уложит их, не заплетет, пока не омоет их кровью этого человека. It's an unusual thing to wash your hair with. Видите, как необычная очень субстанция, чтобы помыть свои волосы, кровь. You want some blood, the man's blood to wash your hair. Человеческая кровь, чтобы омыть волосы. So Draupadi had that kind of nature. Вот такая у нее была природа у Драупади. Actually, Draupadi was the cause of the whole battle of Kurukshetra. И в действительности Драупади была причиной всей битвы на Курукшетре. Because of the she was the cause of the quarrel between the Kauravas and the Pandavas. Ибо она была причиной ссоры между Пандавами и Кауравами. So now her five sons had been killed, and this one man who was the murderer, he was to be punished. Итак, ее пять сыновей убиты, и этот убийца должен быть наказан. Lord Krishna is first of all instructing Arjuna on how to properly deal with this situation. И сначала Господь Кришна стал наставлять Арджуну, как быть в этой ситуации. Because on one hand, this son of Drona was to be respected as the son of their teacher, the son of a brahmana. Ибо с одной стороны, сына Дроны Ашватхаму нужно уважать как сына учителя и сына брахмана. But on the other hand, he had acted in a very bad way because he had killed these young men in their sleep. Но с другой стороны, он поступил ужасно, ибо убил молодых сыновей Драупади, пока они спали. So Srila Prabhupada explains how violence has to be used properly according to the principles of religion. И Шрила Прабхупада объясняет нам, что насилие должно быть правильно использовано в соответствии с принципами религии. Now Buddhism promotes non-violence. Например, буддизм провозглашает ненасилие. Their highest principle of religion is ahimsa or non-violence. Они считают высшим религиозным принципом ахимсу, ненасилие. It was spread throughout the philosophy of Buddhism was spread throughout India with the help of a king called Emperor Ashok. Эта философия буддизма распространилась по всему миру благодаря императору Ашоке. Emperor Ashok was leading his army in a great battle. He was leading his army in a great battle, and he was seeing everywhere people being killed. And after fighting and seeing many people die, he became disgusted and he hated violence. Однажды этот император Ашока возглавлял свою армию в одной битве, и в этой битве полегло множество народу. И когда Ашока это увидел, сколько людей убито, сколько насилия было совершено, ему стало противно все это, и он провозгласил вот этот принцип ненасилия. So he decided that he would give up all of this war, all of this killing, and he would just simply teach the principles of Buddhism to be non-violent.
И он решил, что оставит все эти войны, все это насилие и будет просто учить этим буддийским принципам ненасилия. So with the help of that king Ashok, Buddhism was spread all over India. И благодаря этому царю Ашоке буддизм распространился по всей Индии. But Srila Prabhupada tells us here that we should understand the use of violence according to the principles of religion is better than non-violence. Но Шрила Прабхупада объясняет нам в комментарии, что насилие в соответствии с принципами религиозными оно выше и лучше, чем так называемое ненасилие. There is proper use of violence. Ибо есть правильное использование насилия. Just like in any country, they have the law that if someone is a murderer, then they should be hanged or killed. Например, в любой стране к убийце применяют либо повешение, либо еще как-то его убивают. But here, Lord Krishna is saying that there are certain considerations. It's not that everyone should be killed for their act. Some people are not held responsible. Но в то же время здесь Господь Кришна говорит, что нужно смотреть на ситуацию и не ко всем людям, поступившим плохо, нужно применять насилие. Есть определенные обстоятельства. If someone is mentally insane, например, если человек душевно больной, then if they may have killed people, they may be murderers, but if they go to court and they're known to be insane, then the court will not hang them. И если такой человек даже кого-то убьет, то представь перед судом в таком состоянии, если будет доказано, что он ненормальный, его не накажут так сильно. They're not responsible. They cannot be held responsible for their actions, so they're not punished. Ибо они как бы не несут такой ответственности полной за свои поступки. Of course, at the same time, society has to be protected from that. С другой стороны, конечно же, общество должно принимать меры, чтобы защищаться от таких людей. So people like that usually they put into some kind of mental home under where they're given care. Обычно таких людей поэтому и прячут во всякие сумасшедшие дома. Young children also cannot be held responsible for actions. Также и дети не несут ответственности за свои поступки. One time in my country, in England, there were two young boys. They were only like 5 and 6 years old, and they killed a young baby. Я помню, вот у меня в стране, в Англии, двое детей, 5 и 6 лет, они убили одного ребенка. So because they were young boys, they could not be properly punished, but at the same time they were put into some home to be supervised. И из-за того, что они были такими маленькими детьми, их не наказали сильно, но в то же время поместили в определенный дом, в определенное место, чтобы там за ними наблюдать. And Krishna mentions here also that women also should not be punished. И также здесь Кришна говорит, что нельзя наказывать женщин. Women are supposed to be protected. Ведь женщины обычно должны быть под защитой. And also, according to the principles of religion, if someone surrenders to a superior person, then that superior person is obliged to give protection to them. А также в соответствии с религиозным принципом, если кто-то предается вам, то вы не можете его убивать и наказывать, вы должны его защищать. We see the example in the Srimad Bhagavatam, how Maharaj Parikshit gave protection to the personality of Kali.
Например, Бхагаватам иллюстрирует это примером Махараджа Парикшита, который дал защиту олицетворенному Кали. Maharaj Parikshit was touring his kingdom and he was surprised to see a cow with tears in her eyes and a bull standing on only a portion of one leg. Махараджа Парикшит объезжал свои владения и был удивлен, увидев корову, которая плачет, и быка, который стоит на одной поломанной ноге. And he saw there was a person dressed as a king, with a crown on, like a king, and he had a sword in his hand, and he was beating the cow and the bull. И рядом он увидел человека в царских одеждах с короной, который держал в руке меч и бил корову и быка. So Maharaj Parikshit was immediately ready to kill this person. И Махарадж Парикшит был готов немедленно убить этого человека. Because Maharaj Parikshit never allowed any living entity in his kingdom to suffer unjustly. Ибо Махарадж Парикшит никогда не допускал того, чтобы в его царстве кого-то несправедливо обижали. And especially the cow and the bull are the symbol of religion and they should be protected. И особенно корову и быка, которые являются олицетворениями религии и должны быть защищенными. Even today, in some countries, if you kill a cow, it is almost like being guilty of killing a person. Даже в наши дни в некоторых странах убийство коровы практически приравнивается к убийству человека. And such people are severely punished. И таких людей очень сурово наказывают. So Maharaj Parikshit was going to kill this man for beating the cow and the bull. Итак, Махараджа Парикшит собирался убить этого человека за насилие над коровой и быком. But before he could kill him, the personality of Kali surrendered to him. Но перед тем, как это произошло, этот Кали предался ему. So when someone surrenders to that, then you have to give them shelter. И когда вам кто-то предается, вы обязаны предоставить ему убежище, защиту. And of course, Maharaj Parikshit, he told the personality of Kali that, all right, I will give you shelter, but you can only live where there is meat eating, intoxication, gambling and illicit connection with the opposite sex. И Махараджа Парикшит сказал: "Хорошо, я предоставлю тебе место для обитания. Это будут места, где есть мясоедение, азартные игры, одурманивание и незаконные связи с противоположным полом." But the personality of Kali complained. He said, then I have nowhere to stay, because in your kingdom there is nowhere where these things are taking place. Но Кали пожаловался дальше, он сказал, но тогда у меня не будет совсем места для жизни, ибо в твоем царстве таких вещей просто не существует. So then the personality, then Maharaj Parikshit said, all right, I will give you one more concession. You can live wherever there is hoarding of gold. И тогда Махараджа Парикшит сказал: "Хорошо, я дам тебе еще одну поблажку. Ты можешь жить там, где хранят золото." Because wherever there is hoarding of gold, then these other sinful activities will also come. Ибо там, где есть неиспользуемое служение золота, там обязательно появятся эти четыре вещи. We see when people have more wealth than necessary, then they use it for intoxication and gambling and all kinds of sinful activity. И мы видим это сейчас, когда у людей появляется больше денег, чем им необходимо для жизни, они сразу же начинают тратить их на мясоедение, азартные игры, интоксикации и незаконный секс. And this was when Maharaj Parikshit allowed the personality of Kali to live
wherever there is hoarding of gold. In this way he allowed the Kali Yuga to begin. И таким образом Махараджа Парикшит, позволив Кали обитать там, где хранят золото, позволил Кали-Юге начаться. He allowed the personality of Kali to reside in his kingdom. Он позволил личности Кали жить в своем царстве. And that personality of Kali's business is to promote all sinful activity. А служением, задачей этой личности Кали является продвижение всей греховной деятельности. In Ramayana, at the time of the battle of Lanka, the son, the brother of Ravan, Vibhushan, he came and he surrendered to Lord Rama. Также в Рамаяне мы знаем, перед битвой на Ланке брат Раваны, Вибхишана, он пришел и предался Раме. Now Hanuman and some of the others, they were saying to Lord Ram, "Oh, he is Ravana's brother. Don't accept him." И Хануман и другие преданные Рамы сказали: "О, это же брат Раваны, не принимай его." But Lord Rama said, "Anyone who comes and takes shelter of me, I cannot reject them." Но Рама сказал: "Любой, кто приходит ко мне и принимает у меня убежище, я не могу его отвергнуть." So Lord Rama accepted Vibhushan, and later on, after Lord Rama defeated Ravan, then Vibhushan became the next king. И таким образом Господь Рама принял Вибхишану, и после того, как Равана был разбит, Вибхишана стал следующим царем на Ланке. So Lord Krishna is pointing out the principles of religion to Arjuna. Итак, Господь Кришна указывает здесь на принципы религии Арджуне. He wants Arjuna to make a decision to decide how to punish the son of Dronacharya according to the principles of religion. Кришна хочет, чтобы Арджуна принял решение, как наказать сына Дроначарьи в соответствии с принципами религии. According to the principles of religion, there is proper use of violence. Ибо в соответствии с принципом религии насилие можно правильно использовать. Just like there is proper use of being untruthful. Sometimes we may have to tell a lie. Например, как есть случаи, когда нужно лгать. То есть мы можем даже ложь использовать правильно. People become attached to being truthful. I should not tell a lie. But in some situations it may be necessary to tell a lie. Люди могут быть привязаны к тому, чтобы никогда не врать, но в некоторых ситуациях необходимо солгать. In order to save the life of innocent people, it may be necessary to lie. Например, чтобы спасти жизнь невинных людей, иногда необходимо солгать. It's an example that some thieves were chasing one man who was carrying a lot of wealth, and the man with the wealth he hid himself in the forest, and the thieves came and they asked the brahmana, where did that man go? Например, известный случай, когда один богатый человек убегал с большим богатством от воров, и в лес убежал и спрятался. И эти воры спросили у брахмана, который там сидел, куда побежал этот человек. The brahmana vowed to be truthful, so he thought, I have to be truthful, I will tell. So he told the thieves, so he's over there hiding in there. The thieves went in there, they found the man, they killed him. So that brahmana was responsible for the death. И этот брахман дал обет правдивости, никогда не врать, и поэтому он указал на место, где спрятался этот человек. И эти воры нашли его там, убили, и этот брахман стал ответственным за убийство человека. So in the same way, violence is sometimes also necessary. We give the example, if someone is a murderer,
According to Manu Samhita, a murderer should be hanged. И подобно этому у насилия тоже есть правильное применение. Например, в Ману Самхите говорится, что убийца должен быть повешен. If he is not hanged, then his next he will suffer very much for his the reactions of his sin. Ибо если его не повесить, в следующей жизни он будет очень сильно страдать от реакции за свой грех. So it's mercy on the part of the state to give the death penalty to the murderer. Поэтому со стороны государства это будет проявлением милости по отношению к этому человеку повесить его, чтобы он не страдал потом. But people are very sentimental. They think, oh, we should be non-violent. We shouldn't punish people. Но люди могут быть очень сентиментальными и говорить, о, мы не должны никому не применять насилие, никого наказывать. So, higher than simply being... Non-violence is not the highest principle of religion. Таким образом, ненасилие не является высочайшим религиозным принципом. But at the same time, a devotee will also be non-violent. He will practice non-violent, but there will be certain times when violence is necessary. И в то же время преданные естественным образом практикуют ненасилие, и в то же время будут случаи определенные, когда насилие необходимо. Devotees are not going to go around killing unnecessarily. We will take care, even if possible, to avoid killing insects. Преданные, конечно же, не будут совершать никакого ненужного насилия, даже по отношению к насекомым. We know Magrari, the hunter. He'd been a hunter, but after he stopped hunting and started chanting Hare Krishna, he was very careful to remove insects from his path. Мы знаем пример Мригари, охотника, который до этого убивал животных, а когда стал преданным, стал повторять Hare Krishna, то он даже муравьев сметал с своего пути. Power of chanting Hare Krishna, that we have more respect for other life forms. Это часть вот Hare Krishna культуры, когда мы уважаем другие формы жизни. Другие преданные, отключите микрофон, пожалуйста. So, we see also in Bhagavad Gita, Arjuna was thinking that the violence is wrong. He was thinking it's wrong to fight. He thought better to just go become a monk and just simply live by begging. Также в начале Бхагавад-гиты Арджуна думал, что насилие это плохо и лучше уйти в лес, стать отшельником, монахом и жить просто милостыней. Arjuna was thinking that this killing is not good. We should be compassionate. Арджуна думал, что убийство это ужасно, и мы должны быть сострадательными. Махараджа, English speaking, его тебя сокращили. А нет. Hare Krishna, дорогие преданные, можете отключить микрофоны, а то вас слышно. Алло. We don't hear. Okay. It's okay. She put many people on the phone. But Krishna convinced Arjuna that it wasn't Arjuna's duty to be compassionate. Но Кришна убедил Арджуну в том, что это не его обязанность быть сострадательным. Arjuna is a kshatriya. He's not supposed to just think of being compassionate. That's the duty of the Brahman. Ибо, Арджуна, ты кшатри, и от тебя не ожидается сострадания. Это обязанность брахмана. Arjuna should act according to his duty. А ты, Арджуна, должен действовать в соответствии со своим долгом. So according to the principles of religion, kshatriyas are supposed to fight when they're challenged. И в соответствии с религиозными принципами, кшатрия должен сражаться, когда ему бросают вызов.
if they don't accept the challenge, then it's a disgrace to their position as a kshatriya. И если он не отвечает на такой подобный вызов, то это для него деградация. So Srila Prabhupada is explaining here that in the past, when there was war, it was fought according to religious principles. И Прабхупада объясняет, что вот эти войны, которые велись раньше в ведические времена, они велись в соответствии с религиозными принципами. The kshatriyas would go away to a battlefield somewhere, and they would fight each other. Кшатри отправлялись в какое-то удаленное место, и там сражались друг с другом только. But nowadays, when there's some war, they send airplanes to drop bombs on the homes of innocent people. А в наши времена, если какая-то война идет, то летят самолеты и сбрасывают бомбы на дома невинных людей. Nothing is done according to religious principles. Сейчас все религиозные принципы позабыты. It's all politics. Somebody wants power and they will do anything to get that power. Одна политика осталась. Люди хотят власти и готовы ради нее на все. But Arjuna's use of violence is going to be directed by Lord Krishna. Но Арджуна, используя насилие, руководствовался наставлениями Господа Кришны. Lord Krishna is not a brahmana, he is the supreme brahman. Господь Кришна это не брахман, это верховный брахман. And the principles of religion are stated by him. И все религиозные принципы устанавливаются им. So Arjuna is fortunate that Lord Krishna is there to guide him, to instruct him how to properly act. И Арджуна очень удачлив, ибо сам Кришна наставляет его в правильном образе действий. In the same way, we also have to be guided and instructed how to act. И таким же образом мы тоже должны получать наставления, как же нам действовать. Of course, we don't have Lord Krishna directly with us to instruct us. Конечно, с нами нет Господа Кришны непосредственно, чтобы получать от Него наставления. We have sadhu, we have the association of devotees, we have shastra and guru to help to guide us. Но у нас есть общение с преданными, садху, у нас есть шастры, писания и есть гуру. And Lord Krishna also in Bhagavad Gita we see Lord Krishna also recognizes the importance of sadhu and shastra and guru. И в Бхагавад-гите Кришна тоже признает значимость садху, шастр и гуру. Right. In the 13th chapter, Lord Krishna states how this is all explained in Vedanta Sutra and accepted by the great sages. В 13 главе об этом Кришна говорит, что эта философия была изложена в Веданта Сутре, и ее принимают великие мудрецы. So we have to learn how to be guided by these things, by sadhu, shastra and guru. Итак, нам нужно учиться тому, как руководствоваться в своей жизни садху, шастрами и гуру. All three should be there. В нашей жизни должны присутствовать все три составляющих. We cannot just say, I will just simply use shastra. It's not enough. Мы не можем сказать, что я буду только шастры читать, и мне хватит. Этого недостаточно. You just read the books, but you interpret them your own way. Вы можете читать книги, но вы можете их по-своему искажать, представлять. Many people read Prabhupada's books, but they don't all accept them as we are following Prabhupada's teachings. Есть люди, которые читают книги Прабхупады, но они не принимают их так, как их принимаем мы, преданные Прабхупады. I remember there was one young woman was reading Prabhupada's books, and she was saying, "This is impersonalism." She said, "Yeah, we can all become God. It's very clear." Я помню, как одна молодая женщина, читая книги Прабхупады, пришла к выводу о том, что о, так в них же имперсонализм провозглашается. Мы все боги. She was interpreting, мы все Бог. Interpreting Prabhupada's books for herself. She was not following
sadhus and guru. То есть она толковала книги Прабхупады на свой лад и не следовала при этом садху и гуру. And if you just have guru also, you just follow guru, don't follow sadhu and shastra, then it's also not good. И также, если вы только гуру будете слушаться, а не следовать шастру, шастрам и садху, это тоже нехорошо. Because guru can misguide you. Поскольку гуру может вас ввести в заблуждение. We have to check on everything we hear from the spiritual teacher. Мы должны hear from the shastra and from the other sadhus. Мы, другим словом, должны всегда соотносить то, что говорит гуру, со словами шастр и других преданных садху. And if we just simply hear from the sadhus and don't hear from the shastra or from the guru, then also we will be misled. И то же самое, если только одних садху будем слушать и забыв про гуру и шастры, тоже введемся в заблуждение. All three are there to help us to get the proper understanding. То есть должно быть все три составляющих должны быть в жизни, чтобы получить правильное понимание. When you follow these three authorities, then we can be act in the proper way. Когда в нашей жизни есть все эти три авторитета, то тогда мы можем действовать правильно. So we see Lord Krishna giving instruction, direction to Arjuna in this situation. И мы видим, вот как в этой ситуации сам Кришна дает наставление Арджуне. It's another very difficult situation for Arjuna. Для Арджуны это была очередная очень сложная ситуация. He already had to fight with his guru and with his grandfather Bhishma. Он же уже только что вот сражался со своим гуру и со своим дедом Бишмой. And now he has to decide how to properly punish the son of his guru. А теперь ему нужно было решить, как правильно наказать сына своего гуру. So, any questions? Вопросы есть ли? A question about relationship with Bhishma Dev and his guru Parashurama. Mm. We know what Bhishma Dev rejected order, Parashurama's order that you should marry with Amba or Ambika, I don't know. How we can understand this properly? Because this is Bhishma Mahajan and he rejected Guru and this is great sin. Okay. I will translate. Mm-hmm. Вот вопрос, почему Бхишма Дева даже отверг наставление своего гуру Парашурамы. Мы знаем, это большой грех в соответствии с ведами, не слушаться своего духовного учителя. А Бхишма Дев великий авторитет в преданном служении. Well, Parashuram was guru, but only military guru. He was not the spiritual guide. Parashuram был гуру, но он был учителем военной науки. Он не был духовным наставником Бхишма Девы. Parashuram had trained Bhishma in how to fight, how to use different weapons. Он обучал Бишму тому, как сражаться, как использовать разное оружие. He trained him how to organize the army, how to defeat the enemies. Как организовывать армию, выстраивать, как побеждать врагов. And then Parashuram had told Bhishma that he should marry this one woman. И Парашурам сказал, ты должен жениться на этой женщине. But Bhishma refused. He said, no, I vowed to stay brahmachari. Но Бишма отказался, он сказал, нет, я дал обет оставаться брахмачари. So he disobeyed the order of his guru. Таким образом, он нарушил приказ своего гуру. So for a higher spiritual purpose, we can disobey the order of the guru. То есть ради высшего духовного блага мы можем нарушать, можем не подчиняться приказам гуру. So, Bhishma refused,
Parashuram was angry, and then they had to fight each other. И когда Бишма отверг его наставление, Парашурама разгневался, и они должны были сражаться. And Parashuram could not defeat Bhishma. И Парашурам не мог победить Бишму. And so finally he blessed, he said, okay, then do what you want. И в конце концов он его благословил. Ну хорошо, делай, что хочешь. So the point is, anyway, Bhishma had decided he didn't want to marry, and Parashuram could not impose his authority on him. То есть момент в том, что Бишмадев был решительно настроен не жениться, и Парашурама не смог его в этом переубедить. Sometimes the order of the guru can be given up. То есть иногда наставление гуру им можно пренебречь. Just like we see Bali Maharaj gave up, Bali Maharaj gave up the order of Sukracharya. Sukracharya was his guru. Например, Бали Махарадж тоже нарушил приказ своего гуру Шукрачари. Now Sukracharya had brought at one point in a battle Bali Maharaj had been killed. And Sukracharya brought him back to life. He's such a powerful person. Однажды в битве Бали Махарадж был убит, но Шукрачари, будучи очень могущественной личностью, вернул его к жизни. But then later on, Lord Vamanadev came and asked for charity. Но позже к Бали пришел Господь Ваманадева и попросил у него милостыню. And Sukracharya could understand this. Vamanadeva is Vishnu and he's going to take everything away. So he told Bali Maharaj, don't give him any charity. Но Шукрачарья смог понять, что это сам Господь Вишну, и поэтому сказал Бали, не отдавай ему ничего, он все у тебя заберет. But Bali Maharaj considered that previously he told me to give charity. He said, now he's telling me not to give. И Бали Махарадж стал думать, раньше он мне говорил давать всегда пожертвования, а сейчас говорит не давать. Bali Maharaj considered that if this person is Vishnu, then he can take everything away anyway from me. И Бали Махарадж думал, если это Вишну, то даже если я ему ничего не дам, он все равно у меня все заберет. So he thought it's better I give him rather than have him take it by force. Поэтому лучше отдать добровольно, чем потерять от применения силы. So Bali Maharaj disobeyed the order of his guru. И таким образом Бали Махарадж отказался выполнять наставление гуру. But he accepted surrender to the Supreme Lord. И он предался Верховному Господу. The higher purpose to give every to offer everything to Lord Vishnu. Использовав этот высший принцип религиозный, отдать все Господу Вишну. So this was a great credit to Bali Maharaj. This was honoring him. И это стало величайшей заслугой Бали Махараджи, которая прославила его. Another example of people disobeying their guru, the four Kumaras were ordered by Lord Brahma also to get married and to produce progeny, populate the universe. Другой пример того, как отказались выполнять наставление гуру, это кумары, которые не стали выполнять приказ своего отца, Господа Брамы, заселять Вселенную. But the four Kumaras said, no, we don't want to marry, we will just stay, we want to just stay young forever, and we want to work for self-realization. Кумары сказали, нет, мы не хотим вот этого размножения всего, мы будем заниматься самосознанием, останемся всегда молодыми такими, в телах таких маленьких. Но Брама was their father, they should have obeyed the order of their father. Father is like guru. А Бар-Брама был их отцом, и он подобен гуру, они должны были слушать его приказы. But because they had a higher purpose in mind, their purpose was for enlightenment, for self-realization, so Brahma could not do anything. И поскольку в их сознании был высший мотив такой,
продолжать заниматься самоосознанием, то Брама не смог навязать им свою волю. So there was no fault on their part. И поэтому с их стороны это не было недостатком. So sometimes, like here, you gave the example, Bhishma disobeyed Parasurama's order for a higher purpose. И так и здесь Бхишма отверг наставление Парашурамы ради высшей цели. But he wanted to stay Brahmachari. Он хотел оставаться Брахмачари. And who was spiritual master of Bhishmadev? Кто был духовным учителем Бхишмадевы, не военным, а духовным? Well, he would take instructions from people like Vyas and so on. Он обучался духовной науке от таких личностей, как Вьясадева. In ISKCON we also have such cases when some devotees, we think that for higher, at least we think like this, for higher purposes, for higher spiritual realization, I can reject some ISKCON guru and accept some outside guru, I mean, in order to quickly realize his spiritual position, so on. This is how to consider this. Но мы знаем, в Исконе тоже бывает, что люди отвергают исконовского гуру ради высших духовных принципов, как они думают, и принимают гуру, как они думают, ну, который выше, чем исконовский гуру. Well, Srila Prabhupada considered this to be offensive. Прабхупада считал это оскорбительным. That if people come, first of all, to ISKCON, and they take help from ISKCON, and then they think they're going to get something higher than what they're getting in ISKCON. Люди сначала приходят в ИСКОН, получают в нем убежище, а потом думают, что есть вещи повыше, чем в ИСКОНе. Then this is very offensive mentality. Это очень оскорбительное настроение. And Srila Prabhupada said that people go out of ISKCON, then we see often people, sometimes it happens like people, they say like this, they're going for something higher, and after they leave ISKCON, then it doesn't take long before their spiritual practice completely falls apart and disintegrates. Мы часто видим в таких случаях, что люди уходят ради поисков чего-то высшего из ИСКОНа, но через какое-то время их духовная практика полностью прекращается. We have to try to appreciate, first of all, what we have from ISKCON, what we have from Srila Prabhupada. Прежде всего, мы должны ценить то, что мы имеем в ИСКОН, что нам дал Шрила Прабхупада. We often find that people who are saying they're going for something higher, that they haven't understood what they have. И часто мы видим, что люди, которые уходят из ИСКОНа ради чего-то высшего, они даже не поняли того, что ИСКОН им может дать. And after they go out of ISKCON, then they're left, and they have nothing, they have no support system, they have no association, they have nobody to guide them, and their spiritual practice just becomes nothing. И бывает так, что уйдя из ИСКОН, они полностью оказываются у разбитого корыта, у них нет ни системы поддержки, заботы, никто не руководит ими, и им становится очень тяжело. We had one girl, one young lady, you know, she was associating with devotees and she was preparing for initiation in ISKCON. But then what happened? She went to India. And she went to Radha Kund, and somehow she met somebody there, and the man gave her initiation. She became initiated by some Babaji in Radha Kund. Из случая одной девушки, которая готовилась уже получить даже инициацию в ИСКОНе, но когда она поехала в Индию и попала там на Радха Кунду, так или иначе она получила
инициацию там у одного бабаджи. She had just met him practically the same day almost, and she was initiated. The man gave her a name and said, now you're initiated, you're my disciple. Практически в день встречи он ее инициировал и сказал, вот сейчас ты уже моя ученица, вот тебе имя. So after doing that, she can no longer associate with this scum devotees. И поступив так, она больше не общается с преданными скон. She's gone outside of ISKCON. She's taken a spiritual master who is not connected with our movement. Ибо она получила посвящение с духовным учителем, который не связан с нашим движением. So she has no association. У нее нет общения. She has nobody to guide her. Никто не руководит ею. She has no real support for her spiritual practice. У нее нет настоящей поддержки для духовной практики. So she's put herself in a very difficult situation. То есть она сама себя загнала в очень сложную ситуацию. Any other question? Еще есть вопросы? Yeah? Out there? Any question? Да, спрашивайте, конечно. А вот тут их преданных, которые вышли из дисконы, у них есть еще шанс, если они, допустим, раскаялись, их примут обратно? So such a devotees who left ISKCON, if we have any chance to be accepted again in ISKCON, if we do, regret for his offense? Yeah, they can come back if they regret. They have to humble themselves. They have to admit that they have taken the wrong path, and they have to request, please allow me to come back again into the association of devotees. Да, конечно, если они раскаются и признают как бы свою ошибку и станут смиренными и скажут, простите меня, я ошибся, выбрав неверный путь, и вернуться в общество преданных, конечно же, их примут. But we have to be very careful, because sometimes people cheat. Sometimes they say like that, and they come back, and their purpose is actually to take more people away with them. Но мы здесь должны быть внимательны, поскольку иногда люди могут обманывать. Они говорят, я хочу вернуться, но цель их возвращения в том, чтобы потом с собой еще больше народу прихватить. So we have to be very cautious. Здесь нужно быть очень внимательным. We don't mind. We can be merciful, but people have to be genuine. And when they say they want to come back to ISKCON, that they sincerely want to come back and take up Krishna consciousness. Мы должны быть очень милостивы, а люди в то же время, которые хотят вернуться, должны быть очень искренними. Они действительно должны хотеть вернуться к своей духовной практике настоящей. It's very difficult for people once they go off track to come back onto the track again. Но вообще людям очень сложно потом вернуться, если они вот так из колеи выскочили, им очень сложно бывает вернуться в нее назад. It's possible, but it's not easy. Это возможно, но это непросто. So that's why we're warning people to be very careful to stay on the track. Поэтому-то мы предупреждаем людей, будьте внимательны, аккуратны, оставайтесь как бы в теме. Мы поэтому поощряем людей не искать никакого общения вне ISKCON. Any other question out there? Еще там у вас в скайпе есть вопросы? Можно?
Меня все вот мучает вот это вот сомнение. Когда Бишма дал вот такой взгляд, ну там, допустим, он же был самым достойным наследником, типа, на престол. Если бы это все бы не получилось, это он бы по-другому наследовал бы. Ну, я на чувствах типа отца вот этого, вот, какие-то вожделения у него, типа, его боело, что хочу жениться, там, как-то принял вот это. Вопрос. И какой вопрос? Говорит, это правильно? Ну, как сформулируйте его. Мы-то поняли, как говорится. Ну, как бы незавершенно, что... То есть он был достойным самым наследником, да. И если бы он не принял такой обет, то что? То есть на сентиметр, получается, принял такой обет? Просто к отцу? Ну, то есть у вас просто потому что... Да, вожделение было. Правильно ли... Чувство отца, ну, на отцовский вот эти кулинарки. Правильно ли было решение? Да. So, I have doubt about this... Конечно же, потом ему, типа, на выконцовке-то что-то накидывал там. Doubt about this act of Bhishma Dev, because he was most qualified person to continue his kingdom, to be married and to progeny and so on, but he does this action regarding his father, at least externally following his lust for Satyavati. So act of Bhishma Dev was correct. This vow of Brahmachari, or he should. Well, he took the vow of Brahmachari to please his father. It's the duty of the son to satisfy the father. Yeah, and his question is, but opposite, his duty of to be king, next king, most qualified king, should be much higher when purpose of pleasing his father. From one hand, he was trying to please his father. Yeah. But for another hand, he should stay as king to get married and so on, and become most qualified king. And at least externally, it's much higher purpose when pleasing his father. Well, the father is going to marry again. You have another son. The other son can become the king. Туда же. Его же предназначением было, когда он по рождению, он уже был, ну, типа, рожден как наследник престола, по сути. Ну да, вот я это и сказал. И Махараш отвечает, что да, у него целью было удовлетворить своего отца, но если бы, и как это и произошло, у отца бы появился же еще бы сын. And this son will become next qualified king. Yeah, the son will become qualified king. И вот этот бы сын отца был бы квалифицированным сыном. И Бишма Дева бы его воспитывал. Бишма Дев is his older brother. Бишма Дев был бы его старшим братом. So he can educate the younger brother. Он бы смог обучить своего младшего брата всему. So it's happened like this, but it's happened that brother was not so fortunate. Yeah, Bhishma Dev had a younger Maharaj Santanu married Satyavati, and then they had Vichitravirya, their son. И так и произошло, фактически. Появился от брака Шантану и Сатьявати Махарадж Вичитравирья, но он помер. Вичитравирья became the king. Стал царем. After Santanu. После Шантану он стал царем. But then Vichitravirya, but he died. Но он умер. He had two wives.
У него было две жены. But no son. Но сыновей у них не было. So it was right decision from Bhishma Deva's part. Yeah. I mean, he was right. He wanted to just please his father. Да, это было правильно. Он хотел удовлетворить своего отца. And because he pleased his father blessed him that he could live as long as he liked. He would not die until he was ready to die. И поскольку он удовлетворил своего отца, отец благословил его. Вот этим, этой способностью умереть тогда, когда сам захочет. Так отец им был доволен, что вот наградил его таким благословением. Bhishma is one of the 12 Mahajans. И Бишмадев один из 12 Махаджан. He's one of our authorities in devotional service. Один из авторитетов в преданном служении. So yeah, we respect him and recognize him as being a great soul. И так мы его таким и признаем и уважаем его как великую душу. Я хотел бы задать вопрос по работе, например, вот сейчас мы где работаем, наши руководители, они как бы являются какими-то нашими гуру или иногда они бывают, тоже заставляют делать как бы какую-то работу или какие-то действия, не противоречащие, да, немного как бы... Может быть, где-то насилие какое-то применить или ложь какую-то такую. Ну, да, ну, противоречащие вот религиозным принципам. И как вот смириться с этим, поступить, как они хотят, или искать другую работу. И также можно как же это бесконечно так искать, другую туда-сюда бегать, как бы. Regarding our jobs, sometimes our bosses on our job, we give some instruction which can be not very good. For example, tell some lie or apply some violence. So should we not follow way instructions and changes our jobs, but otherwise we can change our jobs unlimitedly, because next ones can be also like this. What should we do in this situation? Yeah. Better find a new job. Лучше найти новую работу. Better to work for yourself. А лучше еще работать на себя. Or work for a devotee. Или вы в девой? Yeah, work with devotees. Или с преданными работать? That's much better. Это гораздо лучше. Yeah, you get karma. Work for people, tell lies for people, do violence for people. You have to take some karma. Ибо вы так нагребаете кармы, когда, как вы говорите, обманываете или какое-то насилие совершаете, следуя таким наставлениям. Everything you do, you get karma. Вообще за все, что мы делаем, мы получаем карму. So try to dovetail everything we do in the service of Krishna. Поэтому старайтесь все, что мы делаем, связывать с Кришной. Work for Krishna. Работайте для Кришны. It said in Bhagavad Gita, every endeavor is covered by fault. В Бхагавад-гите так и сказано, каждое усилие сопровождается недостатком. So whatever you're going to do, there's going to be some faults. То есть, что бы мы ни делали, какие-то будут недостатки. But we want to try to connect as much as we can to the service of Krishna. И тем не менее, мы стараемся максимально
связать с Кришной то, что, чем мы занимаемся. So if you can work in with devotees in some kind of Krishna conscious activities, which can also at the same time meet your needs in the material world, then that's nice. Поэтому, безусловно, самым лучшим является замечательным, когда вы работаете вместе с преданными, делаете что-то для Кришны и в то же время удовлетворяете свои материальные нужды при этом. Работать с преданными, ну как бы каждый же преданный тоже находится на определенном духовном пути, то есть тоже имеет определенные качества, и не всегда бывают хорошие, потому что как бы очищение идет, оно же последовательно. Вот не происходит ли аппарат между вот таких моментов, когда возникают конфликты во время работы? Аппаратки в чем? Ну, например, преданным, если, ну это как бы пример, у меня нет такого, но я просто представляю, что вот если пример преданной работы, это у подчиненного, вернее, подчиненный преданный работает у руководителя преданного. И возникает какой-то конфликт между ними. Потому что преданные, это аппаратки или это все-таки какие-то рабочие моменты? Is this apparatus when, for example, we work with devotees, but senior devotees who are like boss in this business, due to they not completely purify states, some quarrel arises. Is it apparatus amongst devotees? Maybe apparat, yeah. Or is it just working situation? I mean, да, могут быть и аппаратки. Of course, there can be different opinions. Конечно, могут быть разные мнения среди преданных. But but when we have a different opinion, we have to learn to accept that people have a right to have a different opinion than ourselves. Not that we have to fight about it. Но мы должны учиться принимать мнение других людей, отличное от нашего мнения, ну как их право иметь такое мнение. People are entitled to their own opinions. Люди как бы ответственны за, они известны своим мнением, отличным от нашего. Somebody is an authority, somebody is not. Кто-то авторитет, кто-то нет. You have to accept sometimes somebody's authority. И иногда нужно чей-то авторитет принимать. You may not agree with it, but if they're the authority, we have to accept. Вы можете даже не согласны быть с его мнением, но вы должны его, но вы должны тем не менее его принять, поскольку он авторитет. But we shouldn't become offensive. Но при этом нельзя становиться оскорбительным. Offensive means we start insulting people, we start criticizing them because of their birth or because of their past habit, past activities. Оскорбительно это когда вы становитесь начинаете критиковать людей, оскорблять их за их привычки, за их характер, за их прошлые поступки греховные. So we have to be tolerant in working with each other. Нужно учиться терпению, сотрудничать друг с другом. Lord Chaitanya teaches us to offer all respects to others. And not to be anxious to be respected ourselves. Ибо Господь Читания учит нас тому, что мы должны выказывать всяческое почтение другим и не ждать никакого почтения в свой адрес. А он говорит, что нужно быть более терпеливым, чем дерево. These are important instructions. Это очень важное наставление. So we shouldn't be too much attached to our own opinion.
Поэтому мы не должны быть слишком сильно привязаны к своему личному пониманию, мнению. Кто-то является авторитетом, и мы просто должны принимать, что они говорят. We may not agree. Мы можем быть не согласными с этим. But if someone else is the authority, then okay, then let do what they say. Но если кто-то в таком положении авторитета, о, хорошо, будем делать, что он говорит. In the future you become the authority. Тогда в будущем вы сами станете авторитетом. Then you'll see it's very difficult. И вы сами увидите, что это очень непростое положение. Difficult to please everyone. Всех оставить довольными. We have to understand we cannot please everyone. It's not our duty to try to please everyone. Our duty is to try to please Krishna. Нужно понять одну вещь, что мы не можем удовлетворить всех в принципе. И более того, это не является нашей обязанностью всех сделать довольными. Нашей обязанностью является сделать довольным Кришну. So we're all trying to please Krishna. Поэтому мы все стараемся доставить удовольствие Кришне. Under the guidance of Sadhu, Shastra and Guru. Под руководством Садху, Шастр и Гуру. Sometimes the personality of Kali enters, although we are devotees, the personality of Kali enters in by making us quarrel with each other. Иногда вот эта личность Кали входит даже в общество преданных, заставляя нас ссориться. The symptom of Kali Yuga is we quarrel everywhere. Everywhere people are arguing, nobody can agree with each other. Симптом вот присутствия Кали в том, что люди постоянно ссорятся и постоянно не согласны друг с другом. Someone is thinking, I'm right, you're wrong. And the other person is thinking, no, I'm right, you're wrong. Один говорит, я прав, а ты не прав. И то же самое говорит другой, нет, это я прав, а ты не прав. And something which is very small, little thing becomes a big issue. И какая-то мелочь становится таким яблоком раздора огромным. So we have to be very careful to control our mind, to control our tongue. Don't say things nasty. Таким образом, нужно уметь учиться контролировать свой гнев, свой язык, не говорить каких-то плохих вещей. Cultivate the mode of goodness. Нужно стараться культивировать гуны благости. Don't be controlled by passion and И не попадать под влияние гун страсти и невежества. People are very fond of passion. Вообще людям очень нравится страсть. That passion often leads to ignorance. Но часто страсть ведет к невежеству. Okay, any other thing? Different subject matter, just technical question. Uh-huh. Just now I read about Lord Brahma's meditation. Oh. It's 22nd verse of 8th chapter of 3rd canto, Srimad Bhagavatam. Where is it said that Lord Brahma meditate during 100 years and after this realize Krishna and so on. And I wonder, 100 years, Prabhupada gave calculation there. It's his life spent. So how can I understand this? And after this, he start acting. But his whole life is already gone. At least looks like it. Я спросил про то, что вот в Бхагаватам описано,
что Господь Брахма медитировал в третьей песне 100 своих небесных лет. Прабхупада именно дает там вычисление, что это вот то, как описано в Бхагавад-гите, его именно 100 лет. И после этого он осознал Кришну, начал действовать. То есть, по идее, уже вся жизнь-то его прошла 100 лет. Как это понять правильно? Well, that 100 years of creation had not taken place yet. He hadn't done his creation yet. Mm-hmm. So he lives 100 years once the creation begins. That means like second life starts immediately. Second life, but his once the creation starts moving, then his life becomes, because he was in meditation, so his body was not deteriorated, not under the influence of time. Mm. То есть это были 100 лет до творения. То есть он медитировал, да, своих 100 лет, и после этого начал творить. И вот после этого уже, когда он творит и как бы действует, вот тогда его тело начинает как бы расходоваться. И вот 100 лет он живет. А до этого его тело, он же в медитации сидел, оно как бы было, ну, сохранялось так. Thank you so much. Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jaa. Jaa. Shri Narasimha Maharaj ki jaa. 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 Нормально, да?